Привет, кладоискатели! Смотрите, какая классная поляна одуванчиков! Красота! Бескрайние просторы из одуванчиков. Вот такая вот здесь обстановочка. Погода сегодня классная, настроение у меня тоже. Вот эта поляна меня подняла, вообще ее конкретно. Ну, а как уже с находками будет, не знаю. Сегодня так поехал покопать, даже ничего не планировал. Просто вот завел машину, выбрал только одно направление в сторону деревни, потому что надо было кое-что родителям привезти. И вот еду, куда глаза глядят. В общем-то, и буду копать там, где понравится, где будет возможность, потому что вот видите, уже у нас кое-где, ну как кое-где, уже 90% уже у нас все посеяно, засеяно, запахано, не влезть. Поэтому любой вот такой подходящий вариант, где можно будет походить с металлоискателем, буду использовать. Так что сегодня вот такой у меня день. На удачу. Копаем на удачу. Смотрим, не переключаемся. Остановился вот на таком поле. Вот там остатки сада, скорее всего, был хуторок. У меня вот самая первая монетка. И первый монетос, как обычно, буратос. Вот, так что это уже хорошо. Попробую походить здесь, ну и посмотрим, что тут еще попадется. Откопал только что медная пластинка, сигналила она хорошо. Ну, только в цвет мед ее, больше она никуда не пригодна, непонятно, что это такое было. Ну, вот такая находка. Еще один медный солид Яна Казимира, это 17 век. Ну, такая, видите, медная монетка. Ничего на ней не видно. Копилку. Нашел еще одну монетку на этом месте. Это советики ранее. Двушечка. Какой год не видно. 41-й. Наверное, буду я переезжать с этого места на другое. Решил я отсюда переехать, потому что монет мало. Попадаются одни буратосы. А времени еще много, поэтому поищу более интересные места. Вот, а пока что с этого места три буратоса и вот такой вот, такая вот двушечка советская. Пока шел к машине, вызвонил еще один кругляшок. Смотрим, что за он. Да-да-да, ну понятно, это 3 копейки советы поздние. Ладно, в копилку. Переехал на очередное поле. Вот оно за моей спиной. Здесь и походим, посмотрим. Ну, само место такое неплохое, за этими кустами прячется деревня. Потом вот тут перепахали поле. И вот там внизу уже болотце, где вот те кусты, низинка. Тут даже есть такое место, где уже болото превратилось в озеро. Или наоборот, это может быть остатки озер. Там лебеди плавают, вон, видите. Ну, короче, вот такое вот место. Попробуем, может, здесь что-нибудь. Вначале пробегусь по краю тут, с краешку, где вот могла, как говорится, движуха какая-то быть, люди какие-то ходить по краю. Вот. Ну и потом пойду туда подальше, к тем деревьям. Посмотрим, что там будет. Первая находочка с этого поля, вот такой квадратик непонятный. С узором какой-то. Короче, похоже, знаете, что это, я вам скажу? Это на щиток перстака похож, как вариант. А может быть, какая-нибудь накладочка от конской упряжи. Сейчас ее колупать не буду, потому что это может быть выемчатая эмаль здесь была, вот, чтобы ее не повредить. Ну, дома помою, сфоткаю вам получше. А пока что вот, все, процесс пошел. Опаньки, монеточка, это уже что-то интересненькое, интересное. Странно, такой сохран интересный. Ну-ка, я вначале даже подумал, что это какая-то другая монета. А это буратос в таком сохране. Давайте его сейчас протру, вообще будет огонь с оленем. Ну вот, вот такая монетка, медный солид, литовский. Видите, всадник. Они разные разновидности бывают. Вот у этого под конем видна голова оленя.
Вот так, наверное, будет получше видно. В общем, вот скачет всадник, а внизу вот под конем голова оленя. Ну, вот как-то так. Класс. Такой вот сохранчик. Не часто таки бывает. Но обратная сторона. Но обратная немножко подкачала. Тут только профиль. Это Яна Казимира. Вот. Ну, дома почищу, может, что-то станет получше. Но уже хорошо. Уже старая монеточка первая есть. Старинная на этом месте. И садника хорошо видно. И оленя, и 1666 год. Вообще класс. Какой-то механизм. Да, от будильника. Медная конструкция. Еще какая-то штукенция. Похожа на курительную трубку эту навершие. Но она какая-то тяжеленькая. Обычно они такие потоньше. В общем, от курительной трубки похоже вот как крышечка. Вот здесь видно обломано. А может что-то другое. Ну, похоже, похоже. Тут отверстия какие-то. Так, зачет в копилочку ее. Штука штучная. О, да. Здесь видно, она так вот открывалась, закрывалась. Ну, странная форма такая. Может, более поздняя. Неплохой такой сигнальчик. Сейчас попробую откопать на камеру. Какой-то медный шмурдяк тяжеленький. Ну, вот такая вот монитос. Вернее, вот такая вот приблуда непонятная. Ну, в цвет мед ее. Очень хороший сигнал, будем копать. Ого, какая-то штукенция. Ничего себе. Йо-хо-хо. Короче, ручка какая-то древняя. Вообще обалденная. Я вначале думал, какая-то этот, а только-то пистоля, но не этот. А давайте сейчас получше покажу. Класс. В общем, вот такая вот ручка, видны следы позолоты, значит, тут жили не бедные. Ну да, тут видно обломано, скорее всего, дверная. Вот. Ну вот такая вот красота была. Вот видите, следы позолоты, вот здесь вот. Вот тут тоже присутствует. Ну вот такая вот зачетная вещь. Такую даже жалко в цвет мед. Все-таки как произведение искусства. Йо-хо-хо. Вот это да. Я вначале подумал, это скоба какая-то такая вот. От кремниевого ружья или пистолета. Нет. Вот так она открывалась. Ну, такая, видно, ажурная была. Ладно, ищем дальше.
Опаньки. Короче, опять сигнальчик у меня. Сейчас попробуем вместе откопать. Проволока. Манитос. Есть. Да. Фу, не знаю, нормально камеру настроил или нет. Короче, вот. Манитосик. Сейчас протру. Протрем его. Грош Станиславгоса Понятовского. Весь ушатанный такой, видите. Не знаю, как будет видно. Ну вот. Так, ладно, копаем дальше. Блин, что-то у меня все слетает. Сейчас покажу, какой сигнал хороший, в принципе. Манитосный. Какой-то крупный. Крупный манитос. Золото партии. Короче, пятачок. Какой год? 1939 год. Вот такой пятачок сигналил, конечно, он зачетно. Такой вот йо-хо-хо. С этой стороны такой получше. Вот. А с этой вообще затертой. Ладно. Найду что-нибудь интересное, покажу. Что... Вызвонил интересный сигнальчик такой монетный. Сейчас попробуем заснять, как откапываю. Притащил штатив. Вот, и посмотрим. Короче, штатив с одной стороны здорово, как бы поставил, снимай. Но непрактично, неудобно, потому что постоянно надо перетаскивать с одного места на место, то есть по всему полю его таскать. Вот, теряется ему очень много времени, потому что приходится его, как говорится, передвигать постоянно. Вот, и штатив, я считаю, очень удобно будет, когда, ну, когда что-то копаешь в одном месте, там шурфишь или еще что-то. А так вот лучше с руки, я вам скажу. Поэтому это поле, наверное, докопаю со штативчика, потом занесу его в машину. Неудобно вообще, время много тратится. Ну что, смотрим, что я там вызвонил. 45-50. В принципе, могут быть советы какие-то. Хотя не факт. Может, какой-нибудь
Шмурдяк сегодня. Ну и что? Закон подлости, что ли? А, ну да. Что и следовало. Блин. Улетела еще как-то. В общем, блин, столько много возни, и вот ради вот такой вот фигни, поэтому нет. Сейчас сниму я камеру со штатива, буду в руке ее держать. Очень много времени тратится, а нам нужны находки. Опа, опять монеточка, смотрим, что за она. Охо-хо, какая-то древняя. Полушка, что ли? Ну да. Ай-яй, давайте сейчас протру ее. Ну вот такая вот полушечка петровская. Пока самая древняя монетка здесь. Хотя нет, буратосы подревнее будут. Вот. Ну и вот, что еще тут я нашел, не снимал. Пуговицу гладкую, какие-то непонятки. И вот еще до кучи три буратоса. Видите, этот, как его, полушка, она немножко меньше идет. Ну, уже и погода чуть-чуть, как-то не знаю. Ветер поднялся, я в одной майке. Сейчас дойду до конца и, наверное, буду сваливать с этого поля. Хожу возле болотца, и вот у меня очередной буратос. Сигналил очень хорошо, но я все в ожидании серебра. Вот, может, все-таки удача улыбнется мне. Еще одна сегодняшняя находочка, вот такая вот запонка, так называемая, от конской упряжи, заклепка. Вот. Камушек был синий, разбился, и она такая вся погнутая. Короче, рядовая находочка, в копилочку ее. Иду уже к машине. Короче, не подфартило мне сегодня, никакой удачи не улыбнулось. Стандартно. Монеточки медные, буратосы, как всегда. Серебра я сегодня тоже не нашел. Вот, поэтому такой средненький коп получился. Чисто так, душу отвести, походить на свежем воздухе, птичек послушать. Птички поют, красота. В общем, погода хорошая, но места я такого достойного не нашел. Давайте покажу, что накопал за сегодня, и поеду домой уже. Ну, походил, свежим воздухом подышал, а то дома тоже сидеть, депресняк такой. Ну что, смотрим. Ну вот мне как бы сегодня самое понравилась вот эта находка. Такая ручка тяжелая, массивная. Скорее всего, бронзовая, покрыта позолотой. Такая, видно, что древняя. Ну, а так все рядовое. Вот это какая-то непонятная канитель. Вот это. Ой. Ну, и вот тут буратос этот в сохранчике и полушечка. Вот это, я считаю, такие более-менее интересные монетки сегодня. А так все, видите. Стандартный набор кладоискателя. Ну, в общем-то, как-то так. Вот, ничего, ничего такого интересного. Ни серебра, ни средневековья. Птички поют. Красота. Так, что еще хотел добавить? Ну, насчет находок. Понятное дело, что они такие рядовые, ничего зачетного нету, но я не расстраиваюсь. Я знаю, что самые зачетные, интересные и дорогие находки ждут меня еще впереди. Не надо опускать руки, надо двигаться вперед. Вот, и все получится. Все мы найдем и покажем. Так что до новых встреч, друзья. Встретимся, как обычно, на копе. Я вам желаю удачи, здоровья, берегите себя. Всем пока. Что для меня свобода? Что для меня погода? Что для меня работа?
остаюсь я.